150 мониторингов за неделю, и это только в Самарском районе. Районные администрации следят за соблюдением масочного режима, фиксируют наличие санитайзеров в магазинах, торговых центрах и пунктах общественного питания. При входе всем посетителям должны измерять температуру, а также смотреть на QR-код сертификата о вакцинации. Нарушений стало меньше, потому что и предприниматели, и жители прекрасно понимают и осознают всю важность этой проблемы, берегут свое здоровье. Сейчас уже, конечно, лучше, потому что многие, в том числе и наши клиенты, уже понимают, что это те реалии, в которых нам сейчас предстоит быть, находиться ради нашей же безопасности. Сознательность граждан показывает и статистика, которая по сравнению с осенью этого года идет вниз. За неделю в среднем выявляют 9 нарушений при проверке почти 200 объектов. Если у нас раньше сетевые магазины, можно было там увидеть, что не соблюдаются требования, то сейчас у нас в сетевых магазинах, вот мы сколько заходим, масочный режим, разметка, это дизары, это все есть. Мониторинг объектов потребительского рынка проводят ежедневно, в том числе и в выходные. По результатам сегодняшней проверки нарушений не выявлено. Напомним, что информацию о выявленных нарушениях фиксируется, далее направляется в Управление гражданской защиты администрации Самары или контрольно-распределительный центр, уполномоченные составлять протоколы для принятия решения. Мария Левина, Николай Сидоров, «События».